Не скинь меня. Камеру лучше поднимай. На, держи. Было, что у нас, что за нас за спиной. А? Привет! Медведь. Медведь. Ну что, пойдем дальше? Сейчас надо вон туда аж поднять. На самую высокую точку. Вот, остановились. Ждем, пока провод протянут. Ребята работают, хотя сегодня суббота. Вот нас отправил Сураджи. Он что, не знал, что ли, что там кабель был? Эти пачмаки по 50. А как? Ну, пирожки местные. Ну ладно, местные пирожки по 50 рупий всего. С яйцом, вегетабл и с картошкой. Потапка. Что брать? Ну давай все по одному возьмем. Или по два. Как тебе пирожок за 50 рупий? Мне нравится. Остренький там. Ух, забористый такой. Вот и перекусили. Какой храм красивый. Amitabha or Amida Buddha is one of the Mahayana Buddhas, the most revered central figure in the Pure Land Buddhist school. Наелись мы пирожков, пирожки огонь, спайси, все горит. Как тебе пирожки? Чего молчишь? Пирожки огонь. Это я сказала. В прямом и переносном смысле. Игорь еще сходил, купил. В общем, в общей сложности на 600 рупий накупили пирожков. 12 пирожков. Вот она, башня. Какой-то городок опять заехали. Чем-то напоминает Голь. Смотри. Газовые баллоны. Газ покупают. Очередь такая за газом. Такие резкие развороты. Ой. Подожди. Я ее не выговорила. А что, на спуск поехали мы? Все, там стоянка, оттуда пешком. Обратно сдавай. Амбюлувава is a white tower with a staircase encircling it to the very top. The height of the tower is about 50 meters. Сколько билет стоит? За человека, с каждого человека по 600 рупий и 200 рупий за тачку. Все вместе? 1400. 1400. Там очередь. Можем сэкономить. Я с тачкой могу остаться, а ты пойдешь. Пешком, да? Пошел Игорь за билетами. Давай подвезем кого-то. Нет, не тянет. Нам самим бы доехать. Блин, что-то у Игоря машина не тянет. Если сказать, что дорога к башне очень крутая, это ничего не сказать. Идти сюда пешком надо быть подготовленным и физически, и морально. Оставили мы машину на площадке. Здесь не развернуться. Хорошо, что место было. Пока здесь постоим, потом пойдем на башню. Тут показываю, какой вид и какая крутизна. Ой, блин, жесть какая. Это километр или два пешком идти до этой башни еще. Не успела я задохнуться. Вернее, успела задохнуться, прошла 50 метров. Тук-тук, остановился 200 рупий. 400. 400? Да. Ну, не важно. Знаешь, сколько они бензина сейчас жгут? Ну, я пешком бы не дошла, я хотела сказать. Красоту и величие этого места можно наблюдать не только с башни Амбулавава, но и по пути сюда, пешком, а лучше всего, сидя в тук-туке. Так, теперь осталось еще подняться на самую макушку. До первой смотровой площадки добрались. Ух ты! Игорь, можно не ходить дальше. Давай, мы с тобой добрались. Давай с видом, с
с видом на гору. Да, надо, Драго. Ай, не скинь надо меня. Камеру лучше поднимай. На, держи. Чтобы видно было, что у нас, что за нас за спиной. А? О, ступеньки. Йо-хо, ты вырядил. Блин, чуть не упал. Вот. Выше облаков. Игорь уже побежал. Ух ты! Дальше куда идти? Сюда? Ой-ой! Я боюсь. Игорь, круто! Страшно. Вот так вот протискиваемся. Я еще не добралась до самого верха. А сзади вот так все встали. Я уже ползком на корячках. Да блин, Игорь точно здесь не пролезет. Такой вот закуточек. Сюда встану, передохну. Вот еще ветром сдувает. Когда же будет макушка? Я ползу, палку делать не буду, потому что вот так вот я на корячках. Ой, а я здесь не пролезу. Хотя, если голова закружится, можно в эту дырку упасть. Я дальше, наверное, не пойду. Такое узкое место здесь. Моя задница еле пролазит. Чуть-чуть, один виток не хватило до конца. Но мне хватило. Мне хватило впечатлений. Заныриваю эту дырочку, чтобы пропустить меня. Thank you. Дрожащие ножки мои спускаются по ступенькам. Нет слов. Просто нет слов. Дырочку. Какая-то конструкция, мне кажется, ненадежная. Потому что внизу, я видела, все это стоит просто на каких-то камнях. Надо быстрее спуститься и забыть, как страшный сон. По ступенькам вот таким спускаюсь вниз. Тут кто-то лав написал кому-то. Здесь два входа. И здесь по ступенькам тоже можно подняться. Сделано, чтобы люди разошлись. Нет, все. Домой, домой, мы едем домой. Игорь не пролез, остался внизу меня ждать. Я там застарился, там что-то надо. Да ты бы не пролез. Ты бы не пролез, я... Вот, а там еще уже было. Мы, как всегда, выбрали субботу, воскресенье, когда много местных. Короче, смотри, там еще одна башенка есть низкая. А то смотри, люди вон туда ходят куда-то, площадка какая-то. Вон беседка какая-то. Ну тоже смотровые площадки. А вон там отдельно есть дорога, ну, тупиковая, как что-то я не понял, вилла или ресторан, что-то там вон есть. Будешь лазить по этим точкам все? Давай сначала спустимся, а потом решим. Я подумала, что вот на этих камнях держатся. Нет, все-таки на столбах.
Покажи секундомер. Мы оставили машину, и вот 41 минута показывает. Добрались сюда на тук-туке. На промежуточной парковке мы оставили. Добрались сюда на тук-туке, сходили на башню. И идем обратно. Вот 42 минуты. Ну, в принципе, не так долго. А ехали сюда чуть больше часа, потому что останавливались и покупали пирожки. Пирожки вкусные. Мы их называем чпачмаки. Пешочком обратно легко идти. О, какая сосна! Ой, блин, чуть не упала. Игорь, не толкай меня.